Всем привет! Я никак не могла понять, почему моя Вандочка вдруг решила побыстрее отцвести. Вот этот цветочек, видите, еще держится, а второй начал у меня немножко вять. Уже даже подрастроилась, думала, что-то ей не нравится. А оказывается, дело вон в чем. Она меня решила по ходу порадовать еще одним цветоносиком. Сейчас попробую увеличить. Вот, видите, в глубине. Так что будем ждать еще одного чуда. Процесс не стоит на месте. Вот, видите, уже вот такой цветоносик у нас. У нас начало декабря, и вот у моей Вандочки, смотрите, уже вот такой цветонос. Красавчик. Мы сейчас водохлебничаем. Остальные мои красотки, кроме еще одной, пока отдыхают. Ну вот такими мы уже стали. Цветонос сформировать у этой Вандочки у меня никак не получилось. Я уже ее и так вертела, крутила. Но вот все равно вырос он вот таким вот. Верх никак не захотел ровненько расти у меня. Сейчас мы поливаемся с ней. Только поставила водичку, еще не напилась. Видите, вот там уже растут молодые корешочки, пробудились. Листики также растут одновременно с цветоносом. Это та Ванда, которая любительница подсушивать у меня бутоны. Надеюсь, в этот раз она все-таки сохранит все свои цветочки. Мы уже вот так вот подросли. Вот такие бутончики. Распускается первый цветочек уже. Конечно, расцветочка еще пока не соответствует действительности. Но покажу вам потом уже в полном распуске. Кому понравилось, оставьте лайки. Будьте со мной. И ждите продолжения.